Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас на канале будет продолжение рубрики. Это рубрика AliExpress. Сегодня мы получили две посылочки. Сегодня мы будем с вами их скрывать. Что же нам приехало? Приехали нам вот такие вот баночки. Сейчас мы вскроем. Китаец как бы запаковал. Это баночки-дозаторы. Вот такие вот баночки. Будут они нам служить для того, чтобы разливать жидкость различную. Вот, к примеру, спирт использовать более экономично. Наш спиртец. Сейчас мы заправим и проверим одну из них. Емкость у нее 100 мл, покупалась на Алиэкспрессе всего за 100 рублей. Как видим, у самой горловинки, верхушки, есть выемка. Берем ушную палочку, сейчас закачаем, если закачается, о, пошел процесс. В общем, смысл такой, берем ушную палочку и небольшими нажатиями, и все, ваточка уже наша готовая, мокренькая. Можно протирать плату, делать все, что хотите дальше, с небольшими усилиями. Также потом смело закрываете, и ваша жидкость никуда не испаряется. Очень полезная вещь, всем рекомендую, в ремонтах особенно. Можно расфасовать различную жидкость. Даже экономичнее, чем со спреев. Так что, кому будет полезно, ставим лайки. Дальнейшая наша посылочка. Это посылочка у нас. Здесь у нас КВМ-переключатель. Для чего он нужен? Ну, к примеру, для ремонтов компьютеров у тех людей, у которых нету стенда, там отдельного монитора. Есть вот такая вот замечательная штука, это на один канал, то есть вы можете подключить к своему монитору два компьютера. Вот такая вот маленькая компактная штучка. Сейчас мы будем вместе с вами ее пробовать подключать, разбираться в этом. Есть какая-то здесь даже инструкция у китайцев, что как должно быть. Ну, как обычно, все на китайском, половина на английском, русского, естественно, нету. Так что будем разбираться вместе с вами. Мусор это выкидываем. Итак, основной канал, я так понимаю, это наш. PC1, PC2. Попробуем определиться наше устройство. Устройство наше определилось. Далее берем кабелек. Один такой мониторный VGA и второй. Сейчас мы их разметаем. Длинный кабелек подключаем к второму выходу. На вот этом выходе это у нас основной наш монитор сюда подключается. Включаем наш мониторчик. Сюда подключаем у нас наш.
подключили наш монитор. А сюда уже подключаем к нашему выходу. И что мы видим? Пошло у нас изображение. Попробуем настроить у нас стройку нашу. Отлично все. Мутной гладкости никакой нету. Разрешение наше видит. Мышка тоже работает. Клава тоже работает. Дальше. Осталось у нас подключить какой-нибудь еще один системный блок. Есть у нас на примере еще один системник. Сейчас попробуем его запустить. Берем наш АБ кабель. Это обычные принтеровские кабели. Пошел старт. Попробуем переключить на второй канал. Видим, изображение появилось. Ну, ящик, к сожалению, наш этот не рабочий. Надо его еще отремонтировать. Вот как раз таки для этих целей у нас и служит КВМ-переключатель. Устройство нам помогает к одному монитору подключить сразу еще одно устройство и плюс основной системный блок. То есть, к примеру, вам надо отремонтировать системный блок, что-нибудь где-нибудь надо посмотреть схему, вы смело можете переключиться на основной монитор, залезть в свой же интернет и посмотреть, что вам надо. И все для этого всего лишь один монитор. Поэтому я дам ссылочку снизу на канал на эти две замечательные вещи, чтобы вам было понятнее. Мы сделали подключение вместе с вами, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего вам доброго.